Боец в синем углу, fighting out of the blue corner. Ему 22 года, рост 180 сантиметров, вес 70 и 65 килограмма. Профессиональный рекорд 10 побед и только одно поражение. Ladies and gentlemen, he's 22 years old. He stands 180 centimeters tall, weighing at 70.65 kilograms. His professional record 10 victories and only one defeat. Из Красного Россия приветствуйте Али Сулейманов! Его соперник красному. Fighting out of the red corner. Ему 34 года. Рост 172 сантиметра, вес 71,1 килограмма. Профессиональный рекорд 8 побед при 6 поражениях. Ladies and gentlemen, he's 34 years old. Standing 172 centimeters tall, weighing at 71.1 kilograms. His professional record 8 victories and 6 defeats. Дамы и господа, из Уфы, Россия, приветствуйте Ниссан Рамазанов! And your reverend judge, Дмитрий Валуевич. Шаг назад, same. Шаг назад. Переходим к легкой весовой категории. Али Сулейманов против Низама Рамазанова. Стоим. Time. Али в синем углу, Низам в красном. И Дмитрий Валуевич рассудит данных бойцов. Низам Рамазанов очень похож по строению тела на Мухаммеда Кокова. Готов. Крупный плечевой пояс. Не сомневался, что ты будешь такое сравнение проводить. Ну а Али Сулейманов, соответственно, такой более долговязый, повыше, руки подлиннее. Да, у него Анатолия есть Бойко. В размахе. Анатолия Бойко, правда, не этого веса, но тем не менее, тоже есть какое-то общее сравнение. Сулейманов джебами работает на старте, прессингует в свою очередь Низам. Да, так габарит выглядит Низам Рамазанов. И начинает активно качать корпусом. Сулейманов оверхенд выбросил. Показал неплохую скорость. Плохо. Стилистически напоминает, кстати, предыдущий поединок между Исмагиловым и Арзузадой. По-хорошему, опять же, кто-то повыше и пониже, и покрепче. Но здесь весовая категория принципиально другая. Естественно. Здесь все-таки уже легкий вес до 70 килограммов. Сулейманов в предыдущих эпизодах очень здорово сейчас начал обстреливать и по голове, и хорошо завел ступню туда практически за коленные связки. Очень плотный лоу-кик был и пытается развивать успех. Идет вперед. Да, и неплохо, причем заходит на свои атаки, меняя стойки. Али Сулейманов, сейчас он однозначно на ходу, еще раз отмечу, в серии 6 побед, все досрочные, джебами работает Сулейманов. В борьбу Низам не идет. И лоу-кик. Правый прямой. Плохая ответная атака была от Низама. Сказать, а ты хай-кик получился. И вот здесь. Чья реакция лучше по корпусу достает Сулейманов? Уцепился здесь за ногу Рамазанов. Дают ему подсказки из угла, дернуть резко на себя и в сторону, соответственно, отвести, чтобы получился перевод. Пытается заходить уже непосредственно за эту ногу. Но Сулейманов очень хорошо держит баланс, и пока нет возможности его перевести. Так или иначе, ставка у Низама на борьбу должна была проявиться. Потому что в стойке все-таки определенное преимущество было у Али. Полраунда еще есть. Колени накидывают и тот, и другой. На выходе получится ли что-то пробить. Вот такой боковой удар от Сулейманова. И дистанция. Чуть больше 2 минут. Пытается встретить на левый боковой Низам. Фу, это было очень плотно. Вот такими ударами не раз заканчивали противостояние. У нас сегодня уже второй спортсмен, который переходит в основную лигу из Young Eagles. Ответственность высокая. Был джеб и затем два боковых уже от Низама. Лёстка.
Почти раскрыл печень. А удар в пах был? Тема печени не была раскрыта, зато вот другая точно. Есть давление вот Сулейманова. Качает, качает Сулейманов. И вот теперь разрядка все-таки должна наступить. Он выходит из-под давления и сам работает Рамазанов-то так немножко вслепую. Продолжает свое давление. И с разножки была атака от Сулейманова. Тут же может начаться и борьба. На одной ноге оказывается Али. Будет ли тейкдаун? Работает на себя, старается там как может низам. Очень непростая задача перевести Али Сулейманова. Как видите, пока не удается. Ну, сейчас еще и пространство мало. Вновь левая нога в деле у Али. И уже не так много времени. Первые отрезки. Да, чуть-чуть не хватает скоростных качеств низаму. Для того, чтобы проводить атаки на смещение, на сайдстепе, так называемом. Провалился здесь со своей комбинацией и остался на линии атаки. Очень опасно могло быть. Вертушка скользь. Ну, потихоньку раскрывается Али Сулейманов. Начинает себе больше позволять. А вот здесь чуть был не попался на тейкдаун навстречу. Еще одна атака сдвоенная. Вот Низама. Пару ударов схватил. Выходим. Шаг назад. Шаг назад. Шаг назад. Стоим, 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 ждем. Стоим. Стоим, 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 стоим. Вновь закрывается калитка. Итак, второй раунд. Али Сулейманов против Низама Рамазанова. И сразу же пытается продолжать диктовать свои условия. Али. Правый прямой. Сам идет, не сам встречает. Просто потому что встречает. Узко, но встречает. И тут же небольшая пауза. Шикарная комбинация левый по корпусу и правый оверхенд. Вот Низама Рамазанова. А вот с точки зрения тяжести попадания, возможно, лучше Низам. Не надо к нему, он сам тебе придет. По корпусу. Пока пытаются все-таки выяснить, кто быстрее, кто лучше в стойке. Вот справа тогда попал неплохо. Низам и угодил прямо в глаз. Здесь мимо. Вот если говорить о контрпанчинге в этом поединке, то, конечно, Сулейманов выглядит интереснее. Вновь давление. И по внешней стороне пробивает локик Сулейманов. Али старается больше работать на объем, на такой суммарный урон, а вот Низам чаще делает ставку на один разящий удар. Очень опасно! Хорошее движение навстречу было от Сулейманова. Спасибо.
Вот, возможно, кислородное голодание. Будет наблюдаться. У Низама джебы пошли. У Сулейманова. Вот, опять же, с точки зрения темпа и скорости, Сулейманов не проседает. А Низам начинает все больше пропускать. Передней рукой зашло. На выходе боковой мимо. От Рамазанова. Сулейманов увеличивает обороты. Еще один джеб. Будет ли атака ногой или, возможно, колено с разложки. Все эти вещи умеет делать Сулейманов. Пробует разные стойки здесь. Он защищался от борьбы. Подожми его, клетки, не надо отпускать. Клетки погоняй его. Плохой ответ от Низама. Не стой у сетки, Низам. Руки подними, уйди. Левый прямой. Много работает из правосторонней стойки. Али Сулейманов. Прихватом ноги. И можно дальше туда идти. Партер. Удар по корпусу. Но есть и риск апкика. Ногами там активно работал Низам. Чуть больше минуты. Хороший контроль. Накидывает с левой. Здорово прижал здесь. Придерживал ноги достаточно успешно. Целенаправленно работал только по корпусу. Еще справа. И это только второй раунд, который, видимо, вслед за первым заберет Али Сулейман. Руку на шею, все по канонам. Если Али Сулейманов сможет также дышать и в третьем раунде, то, скорее всего, у него все будет хорошо. Опасно было. В то же время, если также будет дышать Низам, то у него будут большие проблемы. Еще несколько ударов в живот, и на мажорной ноте этот раунд завершает Али. Итак, третий заключительный раунд. Али Сулейманов против Низама Рамазанова. Третий раунд. Раунд 3. Третий раунд. Концовка предыдущего, конечно, была самой сложной, пожалуй, для Низамутдина. Тоже по корпусу. И здесь через защиту. И все равно почувствовал этот удар Низам. Попытка тейкдауна, есть перевод. В самом начале уже вырисовывается преимущество Сулейманова. И опять справа. Тяжело из этого положения. Ищет корпус Али. В который раз. Правый хирургически там орудует. Жесткие удары в корпус. Прижимает соперника. Боковой контроль. Можно подключать и локти на коротке, например. Совершенно верно. Вот в этом плане сейчас сложные времена могут настать очень для Низама. Дышит Али хорошо, бьет тяжело. И вот здесь вот сады собственного роста пытается провести еще одну атаку. Сбил как будто бы все-таки дыхание, показалось мне на первый взгляд. Но это просто в глухую защиту так закрывается, в такой панцирь своеобразный. Причем в последнюю секунду закрывает в лицо.
Но до ошибки, кажется, недалеко. Хавгард, диагональ. Отжимает голову. Вернее, пытается это сделать Али Сулейманов, увеличивая эту дистанцию, чтобы разжался захват рук, который вы сейчас видите как раз за спиной. Тяжело, тяжело приходится Рамазанову, особенно в третьем раунде. Локти. Жилющие. Очень. И еще одно попадание. Все в голову, в область уха. Такой работой Али Сулейманов не оставляет вопросов с точки зрения победителя в этом раунде. Да и в бою. Да, если в целом на дистанции посмотреть, тем более. Добрал нужный для себя темп Али Сулейманов и спокойно работает. 2-3 удара, затем несколько секунд отдыха. Это комфортная ситуация для спортсмена, который находится сверху, который определяет, да, тяжелый локоть, определяет сам, когда ему бить, сколько бить, как бить. И можно заправить ноги, может быть, и на удушающий постарается выйти Сулейманов, кто знает. Может, и побьет здесь. Вот если брать эту серию из 6 побед последних, то там как раз было 4 победы техническим нокаутом и 2 удушением сзади. Но вообще в целом граунд энд паунд у Сулейманова на уровне. Действительно боец без слабых мест. Встает, висит на нем сейчас Али. Отсюда была попытка, помнится, у забитого Магомед Шарипова выходить на колено, и он успешно это завершил. Но нет, здесь, пожалуй, наверное, просто побьет еще, просовывает. Смотрим. Руку и пошел захват. 2 минуты еще есть, и все. Сдача в третьем раунде. Очередная досрочная победа Али Сулейманова. 11-я уже победа в карьере у этого молодого 22-летнего спортсмена из Грозного. Первый бой в основе ИСЕЙ. Такая хорошая, плотная заявка и в целом отличная работа со стороны Сулейманова. Низам конкурентно смотрелся в первом раунде, это уж точно. Во втором стало сложнее, в третьем совсем плохо. Теперь серия из 7 побед подряд у Али Сулейманова. А для Низама это 7-й поражение. Но рекорд все-таки положительный. Итак, Александр Загорский уже в клетке. Слушаем. Дамы и господа, рефери поединка Дмитрий Валуевич остановил бой через 3 минуты ровно третьего раунда. Ladies and gentlemen, your referee in charge, Дмитрий Валуевич, stopped this contest at 3 minutes at round number 3. Удушающим приемом победу одержал. And your winner by submission victory due to the rear naked choke, Али Сулейманов! Грозный, Россия! Это называется переработать. Аплодисменты его сопернику. Аплодисменты Али Сулейманову и его оппоненту. Двигаемся дальше.